Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. У меня вот такой зонт с умным видом. Где он там? Ауди. Где-то. Ну, как обычно, приобретенный на... Угадайте с одного раза. Правильно, на Алиэкспресс. Ну, это не показатель, то, что я его приобрел на Алиэкспресс, так он у меня сдох, перестал работать. Эта проблема, в принципе, не только... Это всех. Устройство сделано не очень надежно, поэтому и происходит то, что происходит. А происходит следующее. Когда нажимаете кнопочку, то он просто не срабатывает. Я, правда, сейчас уже устранил его, но я хочу вам рассказать устройство, потому что есть ролики в интернете, но там немножко другие устройства, данные данного устройства. Поэтому я вам хочу продемонстрировать, как он у меня работает. Что я сделал для того, чтобы он у меня работал. Значит, вот видите, сейчас я нажимаю, и он у меня будет срабатывать. Так. Блин. Я тут сейчас поломаю все. О! Вот видите. Заработал. Что для того, что для этого надо, чтобы он восстановился? А для этого необходимо следующее. Так, разбирается этот устройство очень просто. Так, где-то есть. Снимаем вот нижнюю вот эту штуковину. Она вот фиксируется здесь. Затем берем отвертку. И вот здесь, как видите, снизу он винт. Вот видите винт. Вот видите внизу винт. Вон он. И его откручиваем. Откручиваем винтик. Даже не саморез, обыкновенный винт. Вот он так. Затем снимаем вот эту штуковину. Больше ничего снимать не надо. И снимаем вот эту штуковину. Значит, вот эта собачечка, штуковинка вот эта, верхняя часть, она слезалась. Там надо, ну, буквально, наверное, миллиметра полтора. И она пришла в негодность. И понятно, что, например, вот, вот боковинки вот эти, вот раз и два, вот когда на них нажимаешь, так, ее надо установить, потому что она должна быть вот так стоять. О, вот по таким углом. Почему? Потому что если прямо стоит, она стала прямо. И поэтому она просто нажимать ее не нажмешь. Поэтому надо, чтобы она чуть под углом стояла. Поэтому, когда она под углом стоит, то, где ты? Тут еще не так просто ее поставить, чтобы вот так, во, чтобы она... Ай-яй-яй. Ну, короче, надо сделать так, чтобы она стала. Вот, ее поджимаешь, и она становится вниз. И когда мы нажимаем, оп, ведь она вышла. Но вышла так, потому что надо развернуть его, потому что он не разворачивается. И когда он разворачивается... Вон, видите, вон этот появляется, вот эта беленькая хреновинка. И потом, когда, он же полуавтомат, и когда мы на нее нажимаем, то он потом, вот эта штуковина, она становится уже вот на видите, вот этот миллиметр, вот эта разница, перепад, она становится ровно. И когда становится ровно, мы снова нажимаем вот сюда, и он у нас... Опа-на! Он у меня сворачивается. Вы видите, все стало на место. После чего мы нажимаем сюда. Ой, блин, пружинка тяжелая. О! И вот видите, оно здесь все стало, зафиксировалось. И вот эта штуковина стала немножечко под углом. Ну и за счет, наверное, вот этой ерундовины слезалась.
Поэтому я что сделал? Я просто взял сюда, капнул клей циакриновый, ну вот суперклей, а сверху взял, насыпал активатор, то есть пищевая сода. И он у меня стал чуть выше. И вот он стал чуть выше, и после этого зонт приступил к своей нормальной работе. Все. После чего мы берем, устанавливаем сюда эту кнопочку, переворачиваем, потому что кнопка выпадет. Все. И неверно я кнопку поставил, поэтому еще разочек. Так, где она? Так, чтобы она была под углом вперед, вот она, вот так. Поэтому кнопочку вот так ставим, вот так кнопочку ставим, переворачиваем. Все, вот теперь он у меня стал на место. Затем так, где ты есть? Ага, вот ты где. Закрутил. Ага, снова что-то не так. О, все, зафиксировал. И теперь, как видите, нажимаю, оп, и он уже срабатывает. Вот он свернулся, развернулся. Теперь мы берем, снова нажимаем. Опа-на! И он сработал. Затем зонт восстановлен. Возможно, кто-то будет по-другому как-то наращивать. Может быть, там как-то, ну там внутренность полая. И она такая маленькая. Я думал, даже планировал, думаю, вырежу из этой какого-нибудь другого материала. Может быть, по-другому как-то можно сделать. Ну, я думаю, кто уже занимался этим, может поделиться и будет полезно и мне, и, возможно, кому-то еще. Потому что, я думаю, через некоторое время он снова сдохнет. Потому что только надо металлическое делать, а все эти пластики, они держатся так. Постольку поскольку. Все. Так что с вас подписка. Палец вверх, палец вниз. И до новых встреч на моем канале. Всем добра, здоровья и мира.